Спасибо, что уделили мне внимание. Спасибо, что вы есть. Я благодарен всем, и друзьям, и врагам за то, что они есть. Потому что с друзьями мне хорошо, а враги мне помогают шевелиться в жизни, что-то делать. Потому что я очень ленивый человек. Самолюбимый, ленивый. Сейчас вы посмотрите фильм. Фильм о том, как создавался проект «Побегу за тобой». О том, как записывалась песня, клип.
о том, как мы вышли на сцену, собственно, почему это все произошло и зачем это нужно. Поэтому я сразу хочу сказать, что весь проект посвящен от моего имени, посвящен Тане. Таня – это вот она, эта девушка, вот она маленькая такая здесь. Это девушка, которую я очень сильно люблю. И хочу, чтобы у нее в жизни было все хорошо. Свою любовь я всегда держу с собой. Все мои попытки проявить мою любовь к этой несовершеннолетней девушке потом оборачиваются прекрасной возможностью поделиться с новыми людьми. Вот. Я хочу сказать спасибо ее родителям, которые мне помогают в жизни. Большое вам спасибо, Ольга Владимировна. Большое вам спасибо, Леонид Михайлович, за то, что вы есть. Теперь коротко о проекте. В проекте принимало участие около 35 человек. Проект записывался в течение 2 недель. Вот. И сейчас вы увидите интервью людей, которые принимали в нем непосредственное участие. Желаю вам приятного просмотра. Ну и хорошего настроения, добра, успеха в бизнесе и еще раз любви. Слышишь, я хотел еще тебе сказать огромное спасибо от себя. У меня на очень особом счету, потому что ты человек, я вчера вечером сидел и думал, что я иду по жизни вообще, мне так случается, что я иногда ступаю в темноте, куда-то делаю такой смелый шаг, и как правило, ты всегда меня выручаешь. То есть на каждый мой провал, то есть я падаю в пропасть, но ты там постоянно меня подхватываешь. Ну, я надеюсь, ты не сильно преувеличиваешь как бы мои подхваты. У тебя есть снимок, который ты считаешь совершенным? В камеру? Это, наверное, самый сложный вопрос у всех. Я знаю, что я могу сделать работу намного лучше, намного... В общем, свой потенциал я ощущаю. Но над этим нужно работать так же, как и тебе, я не знаю, еще кому угодно. Все люди в процессе жизни, они учатся чему-то, находят какие-то, я не знаю, пути для развития, там, для реализации. Поэтому я все же тоже учусь снимать. Каждая съемка – это учеба своего рода. Хоть я умею на каком-то уровне это все дело сделать, но все равно надо учиться. Ну, хорошие работы будут потом в конце жизни, я скажу, так я же нифига не сниму. Ну, для меня, в любом случае, для меня ты лучший фотограф, поэтому ты должен это знать. Саша, ну, ты же знаешь, когда я тебе говорю, что, Саня, надо бы немножко еще подумать, ты не обижайся, потому что это, я не знаю, может быть, как бы, с моей точки, это, ну, как бы, правильно, ты обижаешься, или кто-то, музыканты обижаются, я знаю, там, Павлов на это дело обижается очень серьезно, когда я говорю, ну, Тёма, извини, конечно, не дотягиваем немножко. Я говорю это только из-за того, что человеку нужно к чему-то стремиться, планку надо все время повышать. Как мы сейчас звук записываем, потому что это немаловажно. Что это за технологии? Что это за технологии, которые мы применяем? Технологии очень интересные. Александр Беляев, сам не подозревая, взял 2 мобилочки и упростил весь процесс. А Женя хотел придумать с каким-то микрофоном непонятным, да, как такие древние ренегаты. Вообще в Чугуеве можно делать качественную музыку? А не важно, где ты ее делаешь, важно, кто ее делает. Там, в самом каком-нибудь отдаленном селе, не важно. Мы берем какой-то Чугуев. Почему Чугуев? Только потому, что ты там есть, да? Но ты живешь и в Хайке, ты живешь и в Чугуеве, ты бываешь и там, и сам человек, как бы, не знаю, такой... В камеру. Достаточно медийный человек. В данной ситуации нужен какой-то старт. Нужен старт. И старт, который я увидел в Чугуеве, он хорош, но ему нужен такой серьезный старт, там, я не знаю, какой-нибудь крупный город. Исходя из того, что твоя музыка вот такая, какой ты, с твоим внутренним миром, ты интересен, тебя можно слушать, твоя музыка интересна, и ее надо продвигать. Только не надо это резать, Саня, выключи, пожалуйста, камеру, не надо это показывать. Все, спасибо. Женя Король специально для проекта «Побегу за тобой».